перечень дорог, которые будут освещены в следующем году, помогут составить жители Подмосковья. На портале «Добродел» проходит голосование за наиболее проблемные участки трасс в регионе. В 2020-м запланировано строительство более 300 километров линий освещения на региональных дорогах. Красногорцы активнее всего голосуют за участки в Опалихе и транспортную артерию, соединяющую городской округ с московским Митино. Красногорск, улица Причальная, совсем мало наружного освещения. Столбы располагаются на расстоянии 50-70 метров друг от друга. У иных вообще не работает освещение. Вечером темнота, свет необходим. Еще дачный проезд очень плохо освещен и часть Новомосковской у школы. Оставить заявку и свой голос можно на портале в разделе «Голосование». Народную карту будут составлять до 1 апреля. Проект реализуется в рамках указа президента Российской Федерации по снижению смертности от ДТП.